Марианна Денхоф, фаворитка Августа II. Марианна родилась около 1685 года. Ее отцом был великий королевский маршал Казимир Людвиг Белинский. Он управлял роскошной усадьбой, где король был частым гостем. Король быстро заметил Марианну, и она стала его фавориткой. Однако вскоре маршал выдал замуж Марианну за Богуслава Эрнеста Денхофа. Позже, благодаря ее связям в Ватикане, она получила согласие от папы Климента XI на развод с Богуславом и уехала с королем в Дрезден. Позже она вновь вышла замуж за ежи Игнатия Любомирского. Эти события повлияли на политику Августа Сильного. Французский посланник Жан-Виктор де Бешенваль тесно сотрудничал с Марианной, в результате чего Марианна убедила Августа заключить союз с Людовиком XIV в 1714 году. После рождения последнего ребенка у Марианны началась сильная лихорадка, и 20 апреля 1730 года она скончалась. Ей было 45 лет.